Сегодня, когда я ходила за хлебом, я в магазине купила вот такие печенюшечки к чаю. Мы уже попробовали, вкусные. Купила вот опять лапшу. Big Lunch. У нас будет сумма, поэтому постоянно беру, потому что все время просят. И купила еще вот такую колбаску. Мы ее уже, правда, начали кушать. Уже вот съели столько. Вот, ну, в общем, не очень-то колбаска, я бы сказала. Вот. Я перекрутила мясо. Вот, столько оставила. И варю, значит, по-флотски. Рожки вот я промыла. И у меня тут тушится мясо, пусть еще немножко потушится. Потом я все смешаю. Ну вот такие у меня получились рожки по-флотски. Вкусненькие. Вот. Сейчас прогреются и можно кушать. Приятного нам аппетита! Ну вот я все перемыла. Мясорубку я вот так вот сушу здесь. Доску помыла, кастрюльки помыла. Я хотела показать огурчики. Мы сейчас открыли баллон огурцов. А он почему-то мутный. Вот, и я дочери сказала, не надо их кушать, я отдам козочкам, они кушают. Вот даже еще не открыла, только вот достала, а он вот такой мутный. Мы такой не кушаем, потому что вот у меня стоит какой прозрачный рассол. Здесь тоже были огурчики, а это даже не открыли, вот еще закрыто, а уже вот почему-то мутное. Я открою, отдам козам. Они хорошо кушают. А здесь у меня, значит, в томатном соке огурчики. Вот. Пришлось открыть этот баллон. Ну, так, ничего, хорошие, вкусные огурчики. Вот. Вот я помыла посуду в машине. Такая вот чистенькая. Сполоснула ее. Вот такая вот. И здесь тарелочки, ложечки. Посуда чистая. Мне нравится посудомоечная машина. Такая посуда вся хорошая, чистенькая. Вот. В общем, когда есть возможность, я всегда мою в машинке посуду. Ну вот я откопала. Здесь тут не видно. Надо фонарик. Я не взяла фонарик. Здесь вот в песке у меня морковка. Вот. Вот такая вот хорошая морковка. Так вот хорошо у нас сохранилась. Вот. В песке, в сухом песке мы ее закапывали. Также вот у меня тут две бочки стоят. И здесь свекла. Свеклу еще мы не доставали. Здесь свекла. Бочка тоже. Нет, это морковка. Значит, свекла там в той бочке. Тут помельче, по-моему. Но она сверху помельче. Вот. Такая вот хорошая морковочка. Так, значит, той бочке у нас свекла.